Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Cars for Sale for Duda. Duda продает и покупает машины. И едем на автомобильный рынок. Ребята, у нас есть открыт автомобильный рынок. И мы скупим самую дорогую тачку, которая здесь вообще есть. Наверное, а может нет. BMW, красавец. Сколько? 85? 13. Иди нафиг, дешево. У меня дофига денег, поэтому вот этот может купим... Сколько? Ты 22, иди нахер, дешево. Я хочу дорогую купить. Вот этот Rolls-Royce старючий, сколько он стоит? Старючий Rolls 64. Торганемся. За 59 ты мне ее продашь. Да, продал. Итого 26 тысяч у меня осталось. А где эта тачка? А вот это же, да? Хорошо, чтобы ее не забыть. Вот этот модуш минивэн. Ну, пока деньги есть, давай еще что-нибудь купим, да и все. За 30 тысяч, а мне 26. Торганемся за 26. 26 тысяч. Кто сделал голубое небо? Ни хера не видно. А, 5 тысяч остается. Машина отправляется. Я поеду на дорогой. Ух ты, надо было вот эту брать. Ё-моё, а что ты ее сюда-то поставила, дурочка? Ее ж не видно, где она стоит. За 28. Ну все, денег нету у меня. 5000 всего лишь. А где тут бомжатские машины у нас здесь продавались? Я не помню, почем. Почему цен нету? 22. Вот это, наверное, бомжатская машина. 5000 у меня есть. За 5000 если она купит. 13. Не, она не продаст. Ладно. Садимся в тачку нашу дорогущую. Дорогущую машину. Посмотрим, как она едет быстро или нет. Опа. Разгоняется, да? Нормально, смотри. Да ну, дрифтит даже. Ну неудивительно, тачка дорогая. Дрифтит. Главное сейчас в эти не дрифтиться. Опа, дрифт. Так, аккуратно. Блин. Ставим ее. Это у меня топовая машинка, она у меня будет стоять. А, вот здесь вот. Так вот красиво. Красиво вот здесь вот станет. Я еще ее помою. И вот эту тачечку. Это у нас дешевого сегмента. Ну ладно, все равно. Все равно нужно продавать для разных клиентов. Ого, как я так поставил, что я чуть не врезался в дорогую машину свою. Быстренько, срочно мы моем тачки. Ух ты. Какая она грязная. Где еще грязь? Ого! Автомобиль вымыт. Следующее. Сейчас мы помоем там. Опыта наберемся. В мойке. И откроем еще автомоечную. Где грязь? Вот. Есть автомобиль вымыт. Вымыт. Очко опыта у меня еще есть. Мы что купим, может быть? Показать детали. Вы сможете увидеть прежние детали машины, также позволит вам сделать экспертизу. А это у меня есть. Низкий урон, транспортное средство теперь получает меньше повреждений. Очков опыта 2. А у меня нету столько денег. И ночь наступила еще. Смотри, как вывеска неоновая горит красиво. Закрываем офис. Отправляемся спать. Сегодня хорошо мы потрудились. Контейнер. Контейнер. Очень здорово потрудились. Мы купили много машинок. Хорошо, автомобильный рынок был открыт. На автомобильном рынке мы купили тачки. Сейчас мы поедем, продадим. 85 тысяч. У меня было 85 тысяч на начало дня, да, я так понял? Ага. Автомобильный рынок сегодня уже... аукцион сегодня. Так, конечно же, выбираем сразу офис. Выкидываем, открываем его. Тачки у нас, скорее всего, опять загрязнились. Мы их сейчас намоем. Так, тут у меня... Можно пройти, да? Где-то еще... В смысле, где еще грязь? Я же тут... Подожди, я же все прошел. А, спереди не был. Да.
Давай сразу мы их выставим на продажу. Потом я машинку эту домою. За 59 тысяч я купил. Ой, как хорошо. Она у меня продастся. Продастся. Здоровски. И мы кучу денег заработаем. Чем дороже машина, тем дороже мы ее с вами сможем продать. Автомобиль вымыт. Все машинки чистые. А, давай вот так вот выставим. Вот такая будет на заставочка на превьюшечку. И видно вывеску, и машинку видно. И эту можно, в принципе, вот так сделать. Ну, вот эта баба подошла здесь, покупательница. А, давай подойдем, спросим. А, здравствуйте, почем вы хотите ее купить? Блин, за 95 тысяч. Так, торгнемся за 98. Офигеть, соточку подниму. Купи только. Есть, купила. Этот дурачок тоже хотел купить эту тачку. Это самая дорогая была у меня, поэтому иди нафиг. Гуляй, ее уже купили. 100 тысяч мы имеем, мы можем еще расширить. А расширение это стоит, кажется... нет, не декорации. Господи, я что забыл. Обновление. Большой офис стоит 750 тысяч. Это сколько мне нужно продать машинок. Декорация. Давай посмотрим. Забор. Ну, забор у меня уже был. Пусть пока будет зеленая травка. Пол. Можно пол купить. Слушай. Мне нравится вот такая плитка за 2000. Но она грязная какая-то, грязноватая. А вот чисто бетон. Не, давай такую купим. А какая у меня до этого была? Кто помнит? Подожди. А, так у меня такая же плитка и есть. Или нет? Секунду. Декорации. Не. А да, хер мне интерьер. Пол. Нет, такой нет у меня. Покупаем. 2000 всего стоит. Вот, смотри, плиточка. А, вроде бы как она как грязная какая-то. Ну, пойдет. Так, машина у меня на продаже. Где покупатели? Время 10 утра, суббота. Аукцион открыт сегодня. А, с 2 часов начинается этот самый аукцион вонючий. Может, они все поехали на аукцион? Но у меня 96 тысяч. Смысл мне на аукцион ехать нету, я так думаю. Ой, красиво, смотри. А как так? Я просто так выбрал зеленый цвет офиса своего. И у меня вот так получилось красиво. И зеленая травка. Ладно. Поехали. Я поеду туда, может быть, быстренько на райончик. Куплю какой-нибудь. О, нет, смотри, не поеду я на райончик. Покупатель идет. Здорово. Установлен ESP 35 тысяч хочет. Ой, молодец какой, да. Давай за 38 тысяч мы тебе продадим. И ты мне ее купишь. Да. Итого мы подняли кучу денег. У меня сейчас 134 с половиной тысячи. Обалдеть. Обалдеть. Офигенно просто. Просто офигенно. Мы идем быстренько на райончик. Потому что у нас кучу денег. Автомобильный рынок закрыт, к сожалению. И здесь мы с вами посмотрим какую-нибудь точилку. Вот это, наверное, дорогая тачка. Сейчас смотрим. Вот это бабища, да. У нее денег нафига. Она тоже занимается. Сколько продажи? 8 тысяч. Нет, это очень дешево. Почему ты ее за 8 продаешь? Где какой-то... Возле остановки живут бомжи. Вот я так понимаю. И домики какие-то не очень. Вот, не знаю, вот это может быть тачку. Посмотрим, сколько она стоит. 18, уже лучше. Давай за 16 тысяч мы ее покупаем. Хорошая цена. Да. А, блин, это я вот эту тачку купил. Она какая-то, слушай, с виду она лучше смотрела, чем как-то. Ну, разгоняется, смотри, неплохо. Сокращаем путь. Надо нам запомнить, как сократить лучше. Здесь скоро может что-то появиться, кстати.
Ага, вот, уж появилось. Бар. Бар появился. У меня в бар не надо, поэтому мы здесь сокращаем. Очень быстрая машинка. О, а дрифт есть у меня? Нет дрифта. Блин, я хочу на эту как-нибудь заехать. Ах, чуть не врезался. Заехать и дрифтануть, как в GTA 5. GTA-шки. Ну, обычно в GTA-шки, GTA, GTA 4, GTA 5. Так можно делать. Выставляем тачечку. Оп. Глушим. Ага. Так, планшетик. Ох, нифига, что это было? Что-то прыгнуло. Ну, это даже так красивее, кстати, встало. Пойдет. Выставляем на продажу машинку. Где у нас? Будем ее фоткать или нет? Может, ее сфоткаем? Блин, ладно, сохранить. Отправляем. Так, где у нас, собственно, веб-страница? Может, с фоткой лучше будет? А где эта фотография, скажи, кто мне скажет? Кто мне скажет, почему фотки не идут по порядку? Она должна быть первая там или вторая. Вот это, кажется, нет, ни хера нет. Вот это вот. Как-то странно они стоят, фотографии, ну это неправильно. Так, фотки, на по порядочку их выставлять. Моет быстро Керхер. Просто удивительно. Я просто навожу, и она вымывается. А вроде бы все чисто. Где-то еще есть грязь. Или я помыл ее? Мы это узнать можем в планшете. Нажимаем на тачку, поднимаем выше. Загрязнение 0, мы ее отмыли. Хорошо. Топливо 47%. Смотри, у нас есть повреждение 30%. Окрашено 34%. Ждем покупателя на эту тачечку. У нас 118 тысяч. И мы сейчас еще, может быть, немножко заработаем. Вот, идет. Блин, смотри, минус. Надо машину ближе ставить, наверное. Потому что она пока доковыляет на своих костылях. Это пройдет кучу времени. Так, 16 тысяч. За 22 купит. За 20. Давай торганемся за 22. Может, дешево за 22. Ах, надо дороже выставлять. Нафиг 22. Что такое 22? Итого 140 тысяч мы имеем на сегодняшний момент. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Мы еще пока не подкопили денег побольше, чтобы прокачать вообще максимально офис. Ну и на этом, в принципе, хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.